один, получается. Омск. Да. Угу. Она меня отказалась. То есть не отказалась, ну, бросила меня, вынесла меня из роддома. Ну, полежала несколько дней. На следующий день. На следующий день. Ее выписали? Она ушла сама. Это согласно с документацией роддома, в котором я... Мать взяла ребенка, на следующий день оставила его на пороге лежать и ушла. А скажет, как ты, дыбовый, где ты? Ну, а наверное, там морозы, и он пролежал на морозе три дня. Вышла с тобой из роддома, и что она сделала? Рядом с роддомом был закуток там, получается. Она даже не оставила на том месте, там, где люди увидели. Она... Ты, я так понимаю, приходил туда? Она положила туда, где его не нашли. Да, я же смотрел, что за роддом, по снимкам старым, то есть из архива. Что это? А батя где в этот момент был? Батя неизвестно не был. Тогда они, насколько мне известно, что они поссорились якобы и разбежались. Понял. Оставила она тебя и ушла. Это еще раз, когда ты родился? Неважно. Зимой. Зимой. 96 года. Твою дивизию, блин, как это? Ты, температурка какая была, я думаю, ты знаешь? Ну, под минус 20. Минус 20 лежал ребенок в закутке родильного напишите дома. Мне про курение. А напишите вот тут или вот тут, в зависимости от того, кто на чем смотрит, как он. Ну, сколько ты там пробыл? 3 дня. В течение 3 дней где-то. На морозе? Ну, получается, да. На бланке. Теперь он рассказывает про тюрьму. Ну, российскую. Где-то штук 30. Как тебя нашли? Там долго искали. Поначалу они, получается, меня так в обработку взяли, а потом уже раскололи. Обработка. Сейчас расскажешь, что такое обработка. Что такое раскололи? Ну, в отделении избивали там. Да ладно, вас не могут избивать полиция людей. Там... Этого не может быть. Путин говорит, что у вас все прекрасно. Правовое государство. У нас правовое государство? Да. Но это может для чиновников оно правовое. А для мирных граждан оно не правовое государство. Это жесть, что вы сейчас сказали. Сильно избивали, чтобы ты признался? Ну там то током пичкали, то еще чем-то. То водой, бутылку, пакет на башку. Для того, чтобы ты признался, что, значит, у них ничего не было. Им надо было явка с повинной, да? Ну да, сейчас в основном оно так и делается. Нет-нет. Бывает в некоторых городах это делается. Помнишь фамилии этих правоохранителей? Нет, помню только по последнему. И то по последнему. Понятно. Первый раз за бланки, второй раз. Второй раз то же самое. Тоже бланк. Да, только там мне уже припаковали, нашли за бланки, но пришили мне другую статью, чтобы меня закрыть. Это бланки типа не тяжкая фигня? Нет, это то, что там был бланк, соответствующий МВД России. На одного из лица, который там работает. И с учетом того, что меня, чтобы их не подставлять, свою шкуру, они мне то на тормоза, а мне другое. Понятно. Сколько дали первый раз, сколько дали второй раз? Первый год и 8. Отсидел полностью? Да. Второй? Второй 2. Полностью? Полностью. Третий раз за что? Третий раз вот права в основном. Угу. Роспотребнадзор, МВД и прокуратура. Ну, их на тормоза. Ну, чтобы они... типа ксивы подделывал? Ну, да. Прокурорские и мусорские? Ну, да, там еще проще получается. ФСБ? Нет, ФСБ не делал. Не лез, да? Нет. Принципиально. Типа серьезные чуваки. ФСБ, привет. Пишите мне. Что-то пишет только там 6 человек ФСБшников. Некачественно. Пишите. Жду пообщаться.
ФСБшники пишут мне. Давай привет прям передадим. Я уже передал. Теперь твоя очередь. Привет. Кого подделывал самое модное звание полковника? Нет? Нет, капитан-майор Макс. Сначала с приключениями. С какими? Ну, скотч замотанный был. Полностью, типа? Полностью заматывали, трое суток держали. Зачем? Ну, чтоб свое мнение не высказывал. Какое у тебя было мнение? Ну, вы говорите правовое государство, что там якобы все нормально. Ну, на самом деле, твои права ничего не значат. Именно в колонии. Расскажи про приемку, про двух убитых. Это в какую ходку было? В последнюю. Как это было? Привезли вас этапом сколько человек? Этапом я не помню, сколько привезли. Ну, хорошо, ты говоришь, там двоих забили. Это забили, когда я уже работал в колонии, ну, на нормальной должности, получается, так это. Давай тогда по порядку. Привезли тебя отбывать, и у тебя начались приключения. Да, чтоб это, рот не открывал свой. Это называется, начиная с карантина. Карантин – это то место, где, например, по приезду помещается в карантинное помещение, где проходят там медицинские осмотры и тому подобное. Угу. Учат там правила стоя. Стоя? Да, правила внутреннего распорядка называются. Ага. Учреждение. Там два листа или три. Наизусть, наверное, знаешь. Ну, уже как бы так. А расскажи, нам будет интересно. Первые пять пунктов? Там по-разному можно. Давай по-разному. То, что запрещается, что обязано. Там при передвижении, там... Ну, так СИЗО получается. Там... Ну, понятно. Много чего. Что ты высказывал, за что тебя в скотч заскочивали? На трое суток ты в скотче пробыл? Меня вначале избили. За что? За то, что я якобы сел на лавочку в карантине. Big deal. Была лавочка, ты на нее сел и выяснилось, что... Да, я сказал, что я больше стоять не буду, и идите вы все лесом. Ну, матом ты сказал? Нет. Лесом? Ну, не лесом, идите вы все, ну, нафиг. Нафиг, ну, хорошо. А сколько вы стояли, что ты так сказал? Ну, там с утра встали, до вечера стоишь, до отбоя. Зачем? Учишь правила. Если выучил? То могут тебя посадить. И то, бывало, стояли. А правила, ну, типа... в основном там не учили. То есть, типа, на пацана все стояли? Ну, типа того. Утром проснулись, похавали, встали. И все стоят, дуреют. Ну, просто тупо стоят, да? Ну, да. И сколько вы так дней стояли? Ну, с учетом того, что у меня 7 дней я стоял. Вообще, по идее, 2 недели.